знаете, что песню называют королевой эстрады. Это понятно, она занимает первую ищущую королеву эстрадной песни. Одну из самых ярких звезд нашей эстрады. На сцене, на стадионе народная артистка Советского Союза София Рояле. Подарит вам свои прекрасные песни, а я с вами немножко постою. Ну, минут так 20, 30, 40. Так что мне сразу. Пушка стоит на будни ножки и почему-то на одной. И в ней Иван Сакевич. А у Рига Радару. Аплодисменты, аплодисменты, не забывайте. А у Рига Радару. Лебеди. Ну а сейчас давайте споем все вместе. Я думаю, вы эту песню все знаете. Мои любимые авторы Владимир Матецкий, Михаил Шабров. Я бы подошла с удовольствием к каждому, но вы меня прослушаете. Thank you.
Помню я и ты.
вашей песни. Большое вам спасибо, здоровья и творческих успехов. Вам наш башкирский сувенир, наши цветы, наши аплодисменты и наше большое спасибо. София Радару! Море аплодисментов! Еще большое спасибо спонсору, который организовал эти концерты. Это ваш земляк Мамцев Александр Николаевич. Вы знаете этого человека, какой-то смертный мозг. София Радару! Группа Теремош! Ансамбль Сперечина! Аплодисменты, пожалуйста!